שבת שלום לכולם. Всем שבת שלום. כמו שנאמר, אנחנו קוראים פרשת שבוע מקץ. Как было сказано, мы читаем недельное чтение, которое называется מקץ. אנחנו נקרא מבראשית 41, חמישה פסוקים מ-41 עד 46. И мы прочитаем 41 главы, первые 6 стихов. С 41 главы 41 стиха мы читаем. Я читаю 41 стиха. «Смотри, сказал фараон Иосифу, я делаю тебя правителем всего Египта. Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу, и облачил Иосифа в одежды из тончайшего льна, и возложил ему на шею золотую цепь, и дал он Иосифу колесницу, предназначенную для второго человека в государстве. И перед Иосифом, когда он ехал, несся крик «Аврех!». Тогда фараон сделал Иосифа правителем всего Египта. Вот моя воля, воля фараона, сказал он Иосифу. Отныне без твоего ведома по всей египетской земле никто шага не посмеет ступить, рукой не шевельнуть. Фараон нарек Иосифу новое имя – Цафнат-Панеа. Я дал ему жены Осна, дочь Потиферы, гелиопольского жреца, и отправился Иосиф управлять Египтом. 30 лет было Иосиф в ту пору, когда он стал служить фараону, царю египетскому. И вышел Иосиф от фараона и отправился в путь, чтобы объехать египетскую землю. Мы видим здесь интересную вещь. Бахур бен Шлюшим. 30-летний парень. Лифней кама шот ада не абакеле. Он еще всего лишь несколько часов назад был в тюрьме. Нефах питом лазган шел паро ва ахрайл кол эрец Мицраим. Вдруг этот человек поднимается на престол, становится помощником фараона, вторым человеком в государстве. Это секрет имет Кени бен Шлюшим. И меня это очень провоцирует, мне 30 лет. И это будет смотреться очень интересно, если на следующей неделе Биньямин Нетаньяху подойдет ко мне и скажет, давай помогай мне. Я не буду сопротивляться такому назначению, может мы будем. Но поэтому я стал углубляться в этот текст, чтобы понять ему. Давайте мы немножко изучим характер человека, который стал вторым человеком в Египте. И с прошлой недели мы еще помним всю историю. И что он был? Иосиф был другим, отличался от своих братьев даже в своем малолетнем возрасте. И мы видим, что семья была очень такой богатой, солидной семьей. А в этой семье у Иосифа было определенное особенное положение. Его больше всех любил отец. И по всей видимости он был более балованный, чем все остальные дети. Но мы со всеми этими баловствами, которыми ему отец давал, можем несколько вещей увидеть об этом человеке. Первое, он был даровит, он видел пророческие сны. И эти сны имели пророческое назначение, и он, и остальные понимали, что в этих снах есть пророчество. То есть у этого молодого парня даже с детства была духовная жизнь. И у него была связь с Богом, он общался с Творцом. И именно поэтому Бог стал открывать ему свои тайны. И, по всей видимости, в те годы этого не было у его братьев. А вторая вещь, которую мы видим из истории, что Иосиф выбрал быть верным всякому делу, которому он не был бы предназначен или поставлен. Даже в малых вещах он посвящал себя особенным образом. Отец посылает его проведать братьев, никаких противлений нет, он просто собирается и идет. Мы видим подчинение отцу и всякое уважение. И стандарты, по которым жил Иосиф, это были высокого уровня стандарты. Мы прочитаем из 2 Паралипоменона 16 главы. Вторая
паралепаминон. Нечасто мы читаем со второй паралепаминона. А? Деврей Амим Бет 16:9. Второе паралепаминон, 16 глава, 9 стих. 9 стих говорит такие слова. «Очи Господа видят всю землю, Он укрепляет тех, кто верен Ему всем сердцем. И ты поступил глупо и отныне обрек себя на войны». Мы на первой части стиха сосредоточимся, которые говорят, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, кто верен Ему всем сердцем. И просто мы видим из этого стиха, что глаза Господа обозревают землю. И Он ищет верных людей, верных Ему людей, и Он поддерживает этих людей. Людей, которые двигаются высокими стандартами жизни. И вот глаза Господа обозревали землю, увидели, определили, нашли Иосифа. И Господь говорит, вот угодный мне человек, отличный инструмент, которым я могу пользоваться для того, чтобы осуществлять свою волю. Но из того, что мы видим в начале об Иосифе, отличный инструмент, но еще не готовый, чтобы я его мог везде использовать. И подобно ножу, который нужно заточить, обработать, Иосиф проходит эту обработку и становится тем, кем он становится, вторым человеком, правителем Египта. Мы учимся всего этого дела несколько вещей. Первое, нам нужно найти себя угодными в глазах Господа, искать того, чтобы быть угодными. И участвовать во всех планах Господних, в больших или малых, верно проходить, как это делал Иосиф. И как у каждого из нас, у Иосифа, так же и у каждого из нас есть и предназначение, и цель, для чего Господь сотворил нас, для чего мы живем. И мы должны понимать, что вот этот период жизни, это время тренировки, чтобы быть готовым к следующему уровню жизни. Итак, Бог дает разные намеки Иосифу через сны. Мы видим потом всю историю, Иосиф подчиняется отцу, его братья предают его. Он становится рабом в Египте. С позиции любимого сына он становится презренным рабом. Но его уровень стандартов не спустился вместе с тем, что он спустился со своей жизнью вниз, став рабом. Он приходит в дом Потифара. И он говорит, сейчас я буду верен Потифару. Бог, он говорит, Господь, он господин всего, значит, я подчинюсь, значит, в этом месте я буду так же верен, как и раньше. Я буду стараться делать тот максимум, которому призвал меня Господь, и будем смотреть дальше. Написано, что Потифар сделал его управителем всего дома своего. И все, что имел этот богатый человек в Египте, всем этим управлял Иосиф. Это очень похоже на то, что будет потом в конце, когда он станет правителем Египта. И можно предположить, что в дом Потифара он попадает, как будто он попадает в высшую школу, где он учится всяким принципам управления большим хозяйством. И если бы мы поговорили сегодняшним языком, это как будто он попадает в университет, изучает первый или там второй уровень управления и экономики. Иосиф не мог бы стать шалитом Мицраим день, после того, как он был в Тель-Авиве, в Оэле.
мы можем понять, что Иосиф не мог бы стать правителем Египта, если бы он напрямую вышел из шатра своего отца, в котором он был просто любимым сыном. То есть он учился у Потифара. И мы видим, что он просто проходит это обучение, и Господь использует свое время для этого. И мы не знаем кто, но по всей видимости сам Потифар учит этого человека. И Потифар по всей видимости сам был человеком преуспевающим, который наставляет и показывает Иосифу разные опыт и обучает его. И именно из этого мы учимся, что все, что в нашей жизни не происходит, это все урок. Каждый день это урок. Если мы служим или учимся, или работаем, все это уроки, которые мы должны извлекать из жизни. И именно поэтому мы должны быть людьми с правильным подходом к каждому этапу нашей жизни. И в Екклесиасте, в 3 главе, в 1 стихе, там написано «всему свое время». И именно так и по жизни для всего есть свое время. И если мы находимся в каком-то периоде времени, когда обстоятельства прижимают нас к земле, и мы чувствуем себя потерянными, значит, мы каким-то образом не используем это время для того, чтобы научиться, чтобы пойти вперед. Так устроил Господь жизнь нашу, что каждый день, каждый отрезок жизни – это урок для последующего. И если мы просто опускаем наши глаза вниз и вот проводим какой-то кусок жизни просто, а вот как оно идет, так и идет, то мы просто теряем время и не учимся. Мы ничему не приобретаем в это время. И именно поэтому нам, каждому человеку, очень важно в каждый период времени спрашивать Бога правильные вопросы. Что ты хочешь от меня? Чему ты меня хочешь научить? Давайте вернемся к Иосифу. Йосиф итхамем бабат шель Потифар. И мы видим, что вот в доме Потифара Иосиф устраивается. Элу маамат хаей нухут. Он стал человеком возвышенным там, он стал управителем дома Потифара. Шум давал ло яхасер ло. И ничего не хватало, всего хватало ему. У квар регел ашлав аба. И он приходит к следующему пути. У Иосифа нет никакой причины уходить из дома Потифара, идти куда-то дальше. Он устроил там, все хорошо. Все устроилось. И мы видим искушение. Господь допускает, что жена Потифара начинает искушать Иосифа. И вся эта ситуация с женой, которая пыталась соблазнить его, толкает Иосифа из дома Потифара, с возвышенного места, в тюрьму. Но хоть он и попадает в тюрьму, кажется, место ужасное, все-таки мы видим, что Господь ведет его следующим этапом жизни. И это следующий этап развития Иосифа, который допускает Творец. И когда мы смотрим на эту историю, должны понять, что в каждой ситуации, в которую мы попадаем в следующий раз, это определенная учеба, которую преподносит нам Бог. Работа, квартира, семья, неважно в каких обстоятельствах мы находимся, мы должны правильно определять свою ситуацию. И иной раз мы говорим, почему я потерял эту удобную позицию. Возможно, Господь хочет двинуть нас вперед дальше, проводя через что-то. И очень важно именно в этот момент приобрести мудрость, чтобы понять, что Господь добивается в том или другом, в других обстоятельствах. Если Бог желает, чтобы двинулись вперед, нужно двигаться. Нужно быть подчиняющимися Богу, слушать Его. И Иосиф, находясь в тюрьме, мы видим, что опять
он верен во всем, и опять даже в тюрьме его поднимают и ставят управителем тюрьмы, то есть он становится опять человеком, который понимает в хозяйстве и во всем. И мы видим, что Иосиф использует все то, что Бог дал ему по максимальному, чтобы исполнить то предназначение в жизни, которое есть у него. Мы читаем, как он истолковывает сны виночерпия, а потом он забывает его, он еще 2 года сидит в тюрьме. Как я смотрю на эту ситуацию Иосифа, он прошел профессиональную подготовку, чтобы двинуться дальше, чтобы занять ту позицию, которой был предназначен. И вот сейчас, в этом вот темном подземелье, в тюрьме, в которой он находится, это время, где не только профессионально расти, но духовно укрепиться, чтобы характер соответствовал. Потому что если человек вдруг достигает богатства, славы и успеха, очень часто такие люди становятся просто ужасными людьми, и их состояние духовное ничему не соответствует. Но предназначение Иосифа – это спасти израильский народ от голода. И мы видим, что Богу было важно, чтобы Иосиф переходил от одного уровня на другой, и все в нем было совершенно, включая характер. И вот ситуация, Иосиф поднимается на высокий престол. Он приходит к фараону. Все мудрецы, все ворожеи, вся элита Египта стоит там. И в то время Египет это была огромная империя. И заходит еврей, раб, который нечист, недостоин в глазах всего окружающего собора. С ним, с семитами даже не садились кушать вместе. Но Бог использует способности этого раба, чтобы унизить всю премудрость и всю религиозность, и идолопоклонническую надутость, напыщенность Египта. И Иосиф во всей этой ситуации показывает, кто всем управляет, Творец веков, Бог управляет всем. И он унижает все то идольское, что присутствует. И он показывает, кто является настоящим духовным авторитетом в мире. И когда все это становится понятным и ясным, мы видим, что Иосифа поднимают на высокий престол. И здесь мы также видим, что приходит воздаяние за все те страдания, которые он прошел по своей жизни. Он получает все то, что, чему он достоин, как мудрый человек и духовный человек. И вся та его привязанность, верность, посвященность Творцу и стандартам жизни здесь вот получает воздаяние. Он получает перстень. Он получает авторитет, власть над всем Египтом. Он получает одежды царствования. И он получает одежды, которые показывают, что вот он важен. И также эти одежды символизируют, что он освящен, посвящен чему-то. И написано, жену ему дают. И он получает благословение семейное. Но Иосиф не кидается становиться египтянином. Он знает, откуда он пришел. И у него рождаются 2 сына. Мы видим, что имена еврейские он дает своим детям. То есть, и он дает им имена Эфраим и Менаше. То есть выдерживает ту традицию, ту религию, веру, которую получил в доме отца. У него есть большое уважение тому, с чего, с какого корня он поднялся.
אנחנו מברכים אותם כאפרים וכמנשה. И до сегодняшнего дня, когда мы благословляем наших детей в Шаббат, мы благословляем его их этими словами: будьте благословенны, как Ефраим и Менаше, как дети Иосифа. הנאמנות של יוסף גרמה לברכה לאורך דורות, ועדה נמשך. И смотрите, верность Иосифа Богу и стандарту принесла благословение и определенный стандарт на многие поколения до сегодняшнего дня. אני אסיים במתי 25:20-21. И я хочу закончить то, о чем я проповедую, заключить это словами из Евангелия от Матфея, 25 глава. С 20 по 21 стих, два стиха мы читаем. «Получивший пять, пришел и принес еще пять». Это, помните, притча про таланты? «Господин мой, — сказал он, — ты дал мне пять, смотри, я нажил еще пять. Хозяин сказал ему: хорошо, ты добрый и верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе больше, иди на мой пир». Мы видим здесь пример доброго, верного раба. И все мы знаем эту притчу. Бог ищет в нас верность. Верность в малых вещах. Потому что Он никогда не даст тебе стать над чем-то большим, если ты не верен в малом. И мы видим множество примеров в священных писаниях про такую позицию. Мы видим историю Даниила, который был в чужой земле, но тоже он толковал сны. Он поднялся до высоких пьедесталов. Мы можем видеть, как Господь ведет своих. И если Господь двигает нас какое-то время, мы должны быть послушны этим движениям, которые случаются в нашей жизни. А если мы подчиняемся дьяволу, который приводит нас в состояние уныния или огорчения, горечи, то нет шанса, что мы поймем и исполним то, к чему Господь нас ведет. Но если мы, да, хотим быть используемыми, мы должны молиться, мы должны прислушиваться к веяниям Господним в нас, чего Господь хочет от нас. Аминь.